Всем привет, с вами Дмитрий Лосев из магазина «Шуб меховой» на Тверской. Сегодня 2 января, к нам пришел клиент за шубкой. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, да? Вы к нам пришли купить шубку красивую? Да, из норки. Из норочки. Наверное, давно мечтали? Давно. Ну вот мы с вами подобрали модельку. Как вам? Как себя чувствуете? По размерчику? Уютно, приятно. Ага. По размеру подходит. Конечно. А длина вам как? И длина самая то. Капюшончик? Из всего выбранного, самая оптимальная. Понравилось, да? У вас еще знакомый кто-то у нас приобретал шубку, да? Да. Вы приобретали, да? Подойдите сюда, пожалуйста. Ой, да не. Да ладно. Как вас зовут? Виктория Евгеньевна. Ага, Виктория Евгеньевна, очень приятно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы в нашей шубке стоите. Очень приятно. Вот очень приятно, когда к нам люди возвращаются спустя несколько лет после покупок, чтобы сделать новые покупки или рекомендуют? Рекомендую, да, качество. Вот 6 лет ношу. 6 лет вы носите? Да. Обалдеть, 6 лет. У-у-у. Это вы у нас где покупали? На новом рынке или на старом на еще? Новом рынке. Ой, на новом рынке. На новом рынке. Мы еще на рынке торговали. Да, я вас помню. Да, 4 года у нас еще шапки были, вы, наверное. Шапки, шапки брали? Нет, шапки не нужны, я не ношу. Так, да, так. Я вижу. Шапки мы не носим. У нас проходит акция, как мы уже всем и объявляли, дарим подарочные сертификаты в салон красоты «Престиж». Это наши соседи. На сегодняшний день 5 сертификатов. Первый из них получает наш клиент. Держите, пожалуйста. Это вам. Ага. Это в сам. Это вам в салон красоты «Престиж» на маникюрчик. Сходите, немножечко подшлифуйте коготочки ваши, чтобы все было красиво. Спасибо. Вот. Обязательно вступайте в нашу группу, скачивайте купон, приходите за покупками. Одеваемся по-модному в меховом на Тверской.